Завод «Первомайск-Химмаш» географически расположен в центре России в 350 километрах к югу от Москвы, вблизи крупного железнодорожного узла Павелец, Ряжск, Богоявленск, Кочетовка, Мичуринск и автодороги федерального значения Волгоград-Москва, что позволяет производить отгрузку железнодорожным и автомобильным транспортом в любой регион. Промышленная площадка занимает 58 гектаров. «Первомайск-Химмаш» — это машиностроительный завод с инфраструктурой, который обеспечивает полный цикл создания изделий — от этапа проектирования до производства конечного продукта. Завод зарекомендовал себя как поставщик продукции высокого качества и на сегодняшний день является высокоэффективным, динамично развивающимся и перспективным производителем. «Первомайск-Химмаш» — завод-производитель оборудования для нефтяной, химической, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности. Имеет все необходимые лицензии и сертификаты на изготовление и ремонт оборудования, изготовление объектов котлонадзора и оборудование химических производств, а также сертификаты и разрешения на применение выпускаемого оборудования. История развития насчитывает 7 десятилетий. Проведенная в последние годы модернизация производства, а также освоение более сложных технологий изготовления, позволило предприятию расширить номенклатуру выпускаемой продукции, востребованной на сегодняшний день. В настоящее время предприятие специализируется на производстве нефтегазопромыслового, емкостного и машинного оборудования, продукции литейного производства, а также нестандартного оборудования. На рынок выведены уникальные технические проекты для нефтехимической промышленности, не имеющие аналогов. Сложное технологическое оборудование для глубокого обессоливания и обезвоживания средней, тяжелой и вязкой нефти. Завод изготавливает оборудование диаметром до 5 метров, толщиной стенки металла до 100 мм, длиной до 60 метров и массой до 100 тонн. На сегодняшний день «Первомайск-Химмаш» производит широкий спектр различного оборудования для следующих типов отраслей: химическое, газовое, нефтяное, энергетическое, металлургическое, пищевое. Современная оснащенность предприятия позволяет воплотить в жизнь самые сложные проекты. «Первомайск-Химмаш» располагает заготовительным, механообрабатывающим, сборочным и окрасочным оборудованием. Подготовка к окраске, окраска и сушка производится на высокотехнологичном оборудовании только с современными эмалями со строгим соблюдением всех технологических процессов. Сборочно-сварочное производство оснащено сборочными плазами для изделий цилиндрической формы, стендами гидравлических испытаний, рентген-камерами, аппаратами полуавтоматической и автоматической сварки на сварочных колоннах. Литейное производство включает участок стального и чугунного литья, участок точного литья, обеспечивающие как собственное производство, так и реализации литья заказчику. Важнейшим этапом производства является технический контроль качества каждой выпускаемой единицы техники на каждом технологическом этапе. Весь поступающий на предприятие металлопрокат проходит обязательный контроль на соответствие стандартам и сертификатам в центральной заводской лаборатории. Успех развития предприятия обусловлен наличием мощной производственной базы с современным оборудованием и сформированным за многие годы коллективом из высокопрофессиональных инженеров и рабочих. Благодаря ответственности наших сотрудников и их мастерству, «Первомайск-Химмаш» вызывает интерес у российских и иностранных заказчиков. Руководством предприятия был создан инженерный центр в городе Тамбове, благодаря которому предприятие занимается собственными разработками, а также участвует в крупных строительствах, в том числе и зарубежных проектах, позволяющих предприятию с уверенностью развиваться даже в сложных экономических условиях. Конструкторский отдел оснащен современными программными продуктами, позволяющими проектировать современное оборудование и производить сложные прочностные расчеты. В коллективе «Первомайск-Химмаш» сформировалась слаженная командная работа, позволяющая решать сложные поставленные задачи. Гибкая работа, мобильность и внимание к требованиям клиентов позволяют выстраивать конструктивные отношения с партнерами. Предприятие зарекомендовало себя как надежный, ответственный поставщик оборудования для ведущих компаний России: «Транснефть», завод имени Орджоникидзе, ЗИО «Подольск», «Омск Карбон Групп», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть».
а также крупнейших нефтегазодобывающих компаний Казахстана, Туркменистана, Узбекистана. В настоящее время Первомайск Химмаш специализируется на изготовлении и поставке спецтехники для обслуживания нефтяных и газовых скважин, различном оборудовании для химической, газовой, нефтеперерабатывающей и металлургической промышленности, а также продукции литейного производства. Первомайск Химмаш сегодня – это предприятие с мощной производственной базой, гарант надежности и оперативности работы.